Всем доброго времени суток, хорошего настроения, позитивчик, меру неба над головой. В общем, кофеечку-то, пирожный Наполеон с кремом. При этом всем аппетит, кто со мной кушает. Внучек такой не ест, дочка тоже, говорит, я на диете не хочу поправляться. А и не так нормально. Вкуснятина. Даже здесь его поставить. Перед этим пирожный суфле покупал. Говорю, Настя, ты как будешь? Что-то тут. Она говорит, мышку. Потом бегемот. Зебра. Я зебру начал есть. Говорит, я тоже зебру хотела. Да куплю тебе зебру. Что? Ну, какие дети. Ну, перед 25 ложится она просто немножко. Завреничал, ничего. Бывает. Мы сами такие росли. Я еще вреднее был маленький. Да, Тимошечка? Тимошечка. Иди, мой красавчик, иди ко мне. То давно мы с тобой не щелкались. Сколько мы с тобой здесь? Месяц, наверное, не щелкались, да? Красотулька-то моя. Красавчик, ты мой красавчик, красавчик. Тимочка. Будешь Наполеончик? Понюхай только. С кремом такой, ага, вкусняшка. Вкусняшечка. Все, Тимочка, давай, то сейчас. Ну хорошо. Дочка. Таранды ставит. На тарелочке крошить. Вкусное пирожное. Нежное такое. Аппетитненько. Ну, Тима, ёшкин кот. У меня же пирожное. Тим, я же тебя покормил. Красавчик ты мой. Соскучился? Я тебя покормил, все равно соскучился, да? Соскучился. Вот ты мой лапочка. Хороший котик. Ну, дочкин и внучкин. Да? Дочкин и внучкин, ты мой красавчик, а? Дочкин и внучкин. Дочкин и внучкин, котик, а? Красотулечка. Красотулечка, красотулечка. Дай мне докушать. Дай мне дожрать, Тим. Потом поиграемся. Какой соображается, как кобелек. Будет все здраво не болеть. Я понимаю. Кот такой. С характером, но молодец такой, терпеливый. Все понимает.